сказал гений, музыкант. Я гений сегодня будет отдыхать. Впервые за сколько лет? Вместе с видео фоткать. Можно. Вот оно все. Готовимся, да? Можно. Готовимся. Можно. А я видео снимаю там. По ходу и фотографировать можно. Можно показать. Сюда смотрите. Раз. Раз. Оп. Все, отлично. Есть у нас ответственное лицо? И где это третье, хотела бы я спросить? Она сказала, что она опоздает, у нее работа. Да? Да. Она кого-то женит опять сегодня. В очередной раз. Спасибо, Лена. А он курить пошел? Да. Видно меня, да? Да. Немножко видно. Я думаю, что это бриз. Морским. Телефон возьми. Нет, может больше. Алло, телефон возьми. Я что-то заплатила. Еще. Нет, это будет хорошо. Отсвечивай, да, через это. Хочу познакомить с Татьяной и с Виталием. Татьяна — это наша родственница, тетя Ангелины, моей старшей дочери. Виталий — это звукорежиссер. Без него бы так наши славянки не звучали. Прекрасно. Еще будем лучше звучать. Да, аранжировки. Вот, но остальные все уже. Ну и Кирилл вовремя приехал. Мой сынок далеко. На самолете? В Санкт-Петербурге. Сочи, Омск. В прошлом году, как мы уговаривали, на самолете лететь. А, уговаривали? Ну, Лена уговаривала его на самолете. Ну, нормально, ты долетел туда, нормально. Сейчас уже сам. Ты когда-то первый шаг можешь. Ну, так меня некому. Он в Сочи. Поэтому, куда мы работаем? Давай. Поднимемся. Я предлагаю, уже потому что немножко вот момент у нас затягивается, предлагаю просто первый тост поднять за то, что мы вот подрали. Спасибо, что нашли возможность выйти. А потом уже начнется вот пока отхождение. Просто за то, что мы собрались. Давайте за это. Яна, присядь, пожалуйста. Я говорит, родилась и хочу есть. Моментально. Нет, давайте выйдет очень. По первой покажу, а потом ходить не буду уже.
С кем еще ничего? Вот они мои бабочки. Вот они мои молодые жены. Вот кто не снимает, потом видео выкупать будете. Да. Алена, я говорю, никто не снимает, потом видео мое выкупать будете. Тендер пройдет. Такую память. Конечно. Концерты. А сегодня просто репетиция определенного уровня. Да, теперь уже мы переходим к основной части. Я думаю, первое поздравление это... Мы услышим от детей, от Альбины и Максима. А я думала, что сейчас наедятся. Ну, здрасте. Мы потом и пойдем уже. Потом тяжелее говорить будет уже. Когда вообще тяжело будет говорить. Нас потом не заставишь. Пока желудок пустой, пусть что-нибудь скажет. Альбина тоже что-то говорит? Что-то у вас в семье двое. У нас пишет. У нас поделено, у вас почему-то. Еще раз. Тоскующий. Спасибо, Виталий. Это вот мясо, да, значит, вот это получается? А что за зверь? Сегодня, наконец-то, первый день лета наступил. А, конина твердая, да? Попробовали. Ну, реальная. В таком числе. Понятно. Пока ты не слышишь, потому что тебе расскажешь, я еще молодая. Так, а 66 лет. Я желаю всех поздравить и душевно принимать. Это самое главное. Все самое лучшее. Я очень рада, что вы наделились. Мы все время пропускаем. За прекрасные слова. Дети не играют. Слова детей, да. Спасибо. Звукооператор. Микрофон привет. Раз. Я говорю, да? Да. Что можете сказать? Вы не знаете. Вы можете сказать, как это хорошее. Олицетворяешь. Женская красота. Поэтому он изучает добро, свет, доброту, счастье. А ты еще лечишь? Ты вообще. Дорогая моя, пожалуйста, я тебе тысячу раз и тысячный раз просто пожелала, но сейчас я каждую секунду своей жизни. Это все-таки прекрасный мужчина, который тебя любит и уважает.
оберегает. Саша, я тебе всегда сказала слова благодарности за свою подругу. Делает тебя счастливым, делает твои глаз искрящиеся, блестящие. Светящиеся счастье. Я хочу, чтобы деточки были всегда окружали мамочку. Самые важные моменты жизни. Она сильно сидит, они не звонят. Бог с ними, я с ним вообще не думаю. Сами как соскучатся, позвонят. Но когда счастливые, радостные моменты, когда тебе нужна помощь и поддержка, чтобы они всегда были. Я хочу, чтобы рядом всегда были верные, горести и радости. Будет только больше радостных моментов, которые мы будем всегда радоваться. Я тебя знаю больше, я тебя верю. Наверное, больше дня ты только знаешь уже английский. И Виталий тоже как я. Проверенные годами. Моя хорошая подружка, проверенные годами. Я тебя очень люблю. Просто скажи, что ты не подруга, и не поворачивайся. Сестра, сестренка. Одногодка моя, пойдем. Ну все, начинается. Так, за свет. А теперь хорошо. Стойте. Сейчас я вас прямо на засвете сфоткаю. Вы как будто сейчас в 6 утра пришли в кафе. Фотка будет классная. Я удивлена вообще. Я тебе желаю увядающей молодости. Я красивая эта очень женщина. Я рада, что Александр наконец-то нашел свою пристань. Да. Полюбите. Уважаю, люблю, ценю. Спасибо огромное. С днем рождения. С днем рождения, Яночка. Спасибо. Надо покурить пойти. Ну? Под колоночку, Так. Ну что, я так сейчас сегодня в очередной раз, 18 июня, такой хороший день. По-моему, у меня на лице последнее время все написано. Все лишнее уничтожено, там усилили все. И каждый, кто несколько лет меня не видел, все говорят: Михаил, что с тобой случилось, как ты похорошел, как он. Секрет просто. Он один вот этот человек, которого я очень сильно люблю, который меня мало понимает, который мне во всем, помогает идти дальше по жизни. И мне очень приятно. Сейчас просто я получаю от жизни удовольствие. Да, ладно, ничего. Получаю от жизни огромное удовольствие. Поэтому я, как и любой здравомыслящий человек, хочу это удовольствие получать как можно дольше. Хочу побывать на всех праздниках наших детей, наших внуков. Каждое ваше приятное событие, ваше дни рождения, ваши будущие свадьбы, рождение ваших детей. Для нас это большие события, мы хотим на этом побывать вместе с Яной. Мы очень рады всем нашим близким, Сергею, Алене,
Татьяна, друзья, Виталий, Саша, Лен, мы все вас очень любим. И все это в последнее время благодаря Яне. Я, в принципе, нескромно могу сказать, и до этого был неплохой человек, у меня классные дети. Вот. Но не побоюсь, опять же, нескромно сказать, рядом с Яной я стал лучше. Поэтому за мою любимую Яночку предлагаю поднять тост. Дай Бог тебе счастья, здоровья и успехов нам во всем. С тобой вместе. Вместе, ребята. Вместе, вместе и до конца. Сколько? Ура! Я подойду. Хорошая смена. Я подойду. Хороший массаж. Или левая? Левая, левая. Саша, я очень рада. Опа. Это ж для архива. Вот так поверни, скажи, я Таксикоманы оказался. И чтобы то, как это Вот оно в моё добро. А вы заметили, что не обе кореглазки? Да. Сюда вместе повернись. На минуточку. Стоп, сейчас. Я представляю, как я это там буду. Пешком! Багажник пойдет, когда я пешком. Да. Не все, мы теперь ждем? Я тебе нарядила уже зал. А у меня тут брат с сестрой живет недалеко. Дорогая наша Яночка, я тебе прошу прощения, что сегодня я так немножко задержалась вот так, но я побежала просто всеми своими фибрами души. Я хочу сказать, что Яну первый раз я увидела, мне кажется, в детском доме, наверное. Вот вообще просто первый раз в своей жизни, когда были там концерты какие-то. Я очень часто видела ее на концертах, когда она приезжала там и деткам пела песенки там вот всякие там. У них День Благодарения, я помню, всякие там, День Независимости. Я так смотрела, думаю, такая интересная женщина. Она еще такая вся, костюмчики такие классные, такие платьишки, так это вот прям запомнилось. Когда это было? Это было, я думаю, лет 10 назад, наверное. 11-й год. 10 лет назад. А потом, наверное, нас свела, как всегда, вот эта прекрасная дамочка. Да. Кувшина во вторая. Вот. И думаю, блин, как мне хочется с ней подружиться, как с ней хочется пообщаться, когда мы все в ассамблее, в ассоциации деловых женщин, вот, и хочется пообщаться, блин, такая классная, такая улыбается, такая красивая, вот. Я очень рада, что нас сблизило, соединило такое прекрасное дело, как музыка. Я очень люблю эту часть нашей жизни, я очень тебя люблю, Яночка. Я хочу, чтобы в твоей жизни всегда все было хорошо. Нифига себе бокал. У тебя, у твоих деток, в твоей семье.
Да. А может сходиться надо поближе, поближе. Да, теперь сюда. Счастья тебе, моя хорошая. Здоровья крепкого тебе, твоим близким, твоим деткам. Чтобы поскорее по дому побежали детские ножки. Чтобы ты у нас стала бабушкой. Вот. Всего самого. Я так выгляжу или просто пора? Пора. Да? У тебя это не повлияет. Пора еще. Я буду хорошей бабушкой. Да, я не сомневаюсь. Всего самого-самого тебе прекрасного. Я тебе очень люблю. Соберутся, они еще маленькие. Они сейчас дети не торопятся. Сейчас дети будут и стали. Кайфует, пока есть время. А сейчас? Интервью закончено. Еще раз можно? Я днем рождения. Сказали, что 30 дней повать. У меня еще есть 4 года. Днем рождения! А нам типа все уже, да, поздняк питаться уже. Чего это поздняк? Тебе это вообще никак. Да. Эту девочку, которую я знаю больше 20, а также как и Альбина. Вот, не буду называть возраст. Одновременно? Да, одновременно. Чуть-чуть до Альбины. Вот. Я не знала, что она будет твоя жена. Но когда мы с Сашей вышли от бабы Таси, я тебе сказала, а мама говорит, вот я тоже хочу, чтобы Сережа так же за ручку с своей женой шел. И я бы как радовалась его жизни, чтобы он уже все-таки нашел ту единственную. Ну сколько можно же ему одному? А я ей говорю, вы даже не представляете, насколько будет жизнь его ухоженная и счастливая. Не знаю, я его вижу в счастливом браке. Вот. И совершенно не знала, что это будет моя. Так случилось, что приглашена была на день рождения Саши в этот же ресторан, на этом же месте. И я увидела эту картину, как загорелись глаза, когда он увидел Алену. И когда Алена вышла вон туда в золотом платье, танцевала вот так. Белая. Как гусенька. Вот таким образом. А у Сережи вот такие глаза были уже. И он пошел. Ну, я стою, пою погоду в доме, никому подходит. Что, вживую поешь, и в микрофон тоже. Выясняй, пошел. И вот подруги взяли еще и богатырские бусинками. То есть, ну понятно, да? И теперь все время нас спрашивают, на любом вечере, у вас третьего брата нет? А третий это кто подразумевается? Ну вот чтобы тоже в вашей компании. Юля, вообще ресторан фатальный, смотри. В этом все. Все происходит. Прошу не угрожать, да. Вот. Я хотела бы, чтобы я дальше продолжу сразу же об этой милой девочке, которая сидит рядышком. Ну, конечно, моя подружка, это моя кладезь, которая вот тоже есть такое понимание, что ни ночь, ни день, ни утро – это круглосуточная дружба. Совершенно не важно, сколько времени, но если понадобилась помощь, этот СОС моментально работает. Он работает взаимно, не в один ворота. Поэтому я очень тобой дорожу, Аленочка, очень. Ты для меня дорога настолько, что я переживаю за твое здоровье. Пожалуйста, береги себя. Сережа, ты береги себя, берегите себя. Наше здоровье Сережа, очень... Береги ее, а ты ее... Берегиня ты тоже. Вот. Сохраняйте друг друга, любите друг друга. В таком возрасте, когда люди сходятся, это уже осознанный шаг. В молодости мы думали, все побежали, и я побежала. Но все пошли замуж, и я пошла замуж. Потом пожил, все, они разошлись, не пожилось. Следующее замужество, ну, чуя одна, да, не хочу одна быть, вышла замуж. Пойду скажу. И так раскрою. Первый раз что-то ничего не поняла, что там было. Вот. Второй раз вышли замуж, не пожилось, потому что оба молодые, кровь горячая, все во все стороны вот это вот. Разносортится вокруг. Вот. Может быть, что-то не получается.
А когда уже в этом возрасте человек, который уже внутри как отображение, Виталь, внутри идет отображение просто того, кого ты выбираешь. Да, шероховатостями. Мы с Сашей знаем, что всякое было, и, в общем-то, никто тут у нас с крыльями не сидит. Иначе бы мы все были ангелы уже на небесах. Поэтому мы все люди, и у нас у всех есть недостатки. Но если наши недостатки друг с другом подружились, надо это сохранить и превратить в достоинство. Поэтому я дорожу вами. Спасибо, что вы нашли время, пришли разделить мой праздник. Вот, потому что я сегодня родилась. А Долиночка, подождите, продолжим. Еще одна наша маленькая девочка, наша общая семья, как говорится, да, наши пять. Прибавилась еще Богданка и Адалиночка. То есть одна большая семья. Да, ну и конечно же твой муж. Пусть он будет в здравии, какой у тебя умничка, строитель, мозговитель такой. Токсикоман. Токсикоман. Вот. Адалиночку я знаю, конечно, с самого детства. Я еще в школу ходила, в младшие классы. Вот. Я помню вот эти ее длинные волосы. Ну, а можно сегодня не пойду, у меня что-то сегодня голова болит. Да, конечно, доченька, не ходи в школу. Ну, что там делать? Ну, ее эту школу обойдусь, а там и без тебя. Молодец. Вот. И девочка выросла нормальная, все хорошо. Да, она так говорила. Я хочу, чтобы мы выпили за эту семью замечательную, за Богдана, за его ему здоровье, чтобы он своей вот этой вот пол потолок, вот такой характер, да, добился очень многого в жизни. Все, люблю вас. Ура! С днем рождения! С днем рождения! Кому дотянулись, не дотянулись. Да, я сейчас до вас подойду. Ой, как кадр плавает. Ты что, такие пьяные, что ли, все? Смотрите, смотрите, как кадр плавает. Виталь, где твоя рюмка? Фотосессия начинается. Соседний стол тоже не отстает. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать.